Поехали. 2 часа запустил таймер. Дайте инту. Будет АФК, разойдетесь с КД, блядь. Вы сюда пришли быстренько за 1,5 часа убить. Принимай сумон, конскюрит. Конскюрит, ты вообще-то... Ну... Так, давайте. Фулл баф есть. Погибель, приготовься. Хилы, приготовьтесь. Шаман, принимай готовность. Без совы начнем. Каску пороги. Каску хочется. Ну, ГП, значит, паладины получат, если не будет каски. Шаман, ты здесь? Грани нет. И он квест собрался делать, ясно. А, бля, я забыл что-то. Запускай. Начинай, ДК, поехали. Геро. Геро. Я что, направо от ворот побегу, ладно? Чё за прикол? Под мордой не стоим. Так, Дуду типка, вставай. Осторожно, лужа только не помыть. Щитуй рейд. Щитуй рейд. Жест, поднимай пижон. Пижон поднимешь 3-го друида. Шип разбейте. Жест, поднимай пижона. Ты нормальный вообще, блять, лужи поднимать, нет? Ну ладно. Отойти, блять, нельзя было. Но он не успел предугадать. Ничего страшного, придется так бить. Так, не стойте в рейде, в огне. Не стойте в рейде, блядь. Чтобы не умирать на этом боссе, нужно отходить из огня. Из синего такого. Или босса не дергать, да? Ну, тут виноват у нас... Сейчас знаешь, что я скажу. Виноват. БДК. И Рога. Рога не напулил, БДК не прожалил кэшку. Нет, я пуляю обычно это 2 таунта, ОП, ОП там. Ну, начинаю месить, короче. А зачем 2 таунта? Вот так. Ну, по теории вроде, пока на нем висит таунт, типа, мой дамаг, это набивает агро, так, и просто так дает мне агро. Так. Тихо, давайте я сам расскажу ему. Подошли все наверх и не агрите трэш, стойте это, в небо смотрите. Смотрите, БДК, погибель, смотри сюда. Таунт не повышает никакое агро. Таунт и единственная функция таунта — это забрать агро с цели, на которую смотрит босс, на которого ты нажимаешь таунт. То есть, если я с тебя сорвал котом агро, босс на меня побежал. Ты нажимаешь таунт, ты мое агро забираешь. Понимаешь? То, что ты сказал, таунты никакие с пула не отдаются. Понял? Забудь про это. С пула ты отдаешь ледяное прикосновение 1-2, кровоотвод, 3-е ледяное прикосновение. Откдешивается ледяное прикосновение, нажимаешь 1-2-3 ледяное прикосновение. Если хочешь с пула сразу хорошее агро набрать, то нажимаешь 3 ЛПшки, нажимаешь усиление рунического оружия и снова 3 ЛПшки. Тогда с тебя никакой петух не сорвет. Понял меня? А я думал, это порез, это все режет и режет агро БДК. Я надеюсь, ты теперь понял, да? Да, да, я нет, не глупый. Все, теперь делай только так. Все ролим, кидаем ролл. Блять, вы на приколе? Ролл 5, блядь. Бейте трэш. А кто умер, если не секрет? Там много кто умер. Авар умер? Морда, или как? Не знаю.
Квар, ты жив был или нет? Так, квесты на ШМ делать, берите вот этот грудак кому-то. Надо там. Так. Матриосы лояльны. Таунт это экстренная твоя кнопка. Да, я запомнил. Че, пулять? Поход. Агрите пачку, конечно, бейте трэш. Милики, не врывайтесь, то сдохните от рассекающего. Осторожно, не стойте в толпе мобов, кто вас поубивает. Потом придется бафать, я вам бафать не буду, реги кончились. У кого? Там еще одна кнопка была. На паладине еще не закупил, я на всех персах таскаю реги для друидов, реги для престолов, реги для паладина. Лол, чтобы делиться с ним, делиться в рейде? Да, чтобы делиться с теми, в кого... Важно то, что я маг при этом. Ты хороший маг. Забываю, вы хоть напоминайте группу ставить. Вадим, давайте я вместо креста дам этот прото, вы не против? Давайте второго паука быстрее. Мой? Не, у меня самый элитный. Так, давайте ресать ману. 5 хилов идем, значит, слабые хилы у нас Римул. Там 2 КГС и этот шаман 2 КГС. Так что смотрите хилы, напрягайте жопу свою. Ресать ману быстрее. Трэш бьют все без исключения. Маленький нет, кстати, инту. Инту, пожалуйста. Маг интеллект, значит, смотрите. Да не шепчи ты. Это. Бьют трэш все без исключения. Роги, фурики, любой, все 25 человек. Из гостиной ВРК в рейд перекинем от масса. Перекиньте, у кого есть права. Так, чек на... Бля, Дмитриос, заходи. Я захожу, захожу. Дикашка, иди направо, я налево. А? Говорю, направо иди. Начинаем. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Право убейте там. Не стопаем, бьем сильно. Вышел трэш. Вышел трэш. Леди в центр, трэш в центр, бьем трэш. Так, я первый, леди. Она таунтится. Да, ты, конечно. Нажми уход в тень.
300. Ничего страшного. Да, не раскол. Я не знаю, что вы беспокоитесь. Привычка. Предупреждать о всех вредных. Вот этот квадрат убивайте, дурака это. Херачьте его. Законтролился, негодяй. Так, а вот это самое главное. Это же начнется. Мой древнейший сорнит будет уплывать куда-то. Да? Блин, нахера сделать это две одинаковых шмотки, блин? Бесполезных. Чтобы двое тапок падало. Предбисовый шлем на танка, предбисовый ролик. На оф. Это на оф и кинул. А на мейн кто кидает? Никто не кидает? Так. Да, я кидаю на мейн вроде бы. Ты Блуд Ангел? Ага. Ну на. Бад Энджел. А где он? Написал, что он на танк рулит. То что? Он протопал. Я вообще-то танчу, если что. А, извини, прошу прощения. Как прекрасно видеть такой прекрасный рейд. Не на танке. Где все уважают друг друга. Музыка для моих ушей. Давайте бьем трек. Да, конечно. Стоит. Ой-ой, это как так? Да, Dark Stars, дед. Пацаны, когда-то, знаете, ну, не знаю, был на этом серве, нет, я лет 7 играл назад на Ювове, там был багами на пул. Ну, короче, в ОС, в обсидиановом святилище, весь трэш, ханты пошли по кругу и привели начало инста. Там можно, типа, было кинуть на пул, скинуть его багом у себя, и он был вечный. Тут тоже такое было, по крайней мере, на X5 точно. Пошли на корабль. Типы тупо весь трэш приводи. Сейчас. Ранс все без исключения берем. Как жизнь? Бегите на корабль быстрее. Я баф эти локет. Полетели к сурку сразу. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, слетаем. Блять, есть у кого-то права модератора там в РК? Что это там вдалеке? Или чё, нету? Посмотрите в РК. У Джеррилана есть. Напишите ему кто-то в ПМ, пусть перекинет человека с гостиной. Сейчас вы ответите перед Саурфангом. ДКшка, ты шли, конечно. Да. Когда летишь на тот корабль, ДКшка. Летишь вот тут, где звезда стоит. Ну да, ты знаешь. За лодку не заходи, чтобы он тебя видел. Нажимаешь на этого дурака таун, он на Мурадина, и он идет к тебе, и ЛПшки, и все. Впервые. Я насчет вот таун-то просто, ну, не знал, что за дела. А тактику-то знаю, не беспокойся. Ну, вообще, честно говоря, то, что ты рассказал про таун-то, меня прям удивило. И ты еще говоришь, Герри танчил.
это же вообще... Там он все, что делает, то ставит на первое место в агролисте, все. Геру танчил, да. Ну, господи. Раньше просто реально прям, ну, было танчить вообще. А потом я как-то пошел в Геру, и там просто с меня маги начали спуливать. Я такой, нифига ну, так, себе. Учитывая, как ты рассказывал, что ты как агро набираешь, блять, конечно. Ну? Просто меня не особо это... не особо разобрался в этой фигне. БДК там нечего танчить, там пока ЛПшка на КД жмешь, что без КД. Все. А потом тебя защиты кранов не могут. Давайте добивайте этого дурака. Давайте 90 тысяч, во. Так. Сразу запускайте сурка, пока я лут раздам. Лично сурке. На сурке бьют трэш все без исключения. Все кидаем ролл. Так, Метриоз. Давай кто меньше. Да, хо, короче, единичка больше сотки. Кольцо ролим. Запустите сурка, алло, как слышно. Рибул носовую роли. Ну если кому-то надо, отдайте, потому что вообще я соберу то, что не надо, то что же твинк левый там вообще сам последний у меня. Там вон боли нужно еще кому-то, если что, им отдай. Я потому что так чисто провагонить. А Мишка, ты топ элем у нас, да? В Геру пойдешь элемом, в обычку элемом, да? Это на элема или на вершама кольцо? А, вершама таскает, это дерьмо. Таскает? Ну на так. Не таскает или таскает? Таскает. Ну на так. Еще ты ролим. На мейн, на офф ролим. Ремул на мейн? Да, да, да. Остальные на офф, да? Дикашка, мы в центре танчим, если что. Сейчас. Ага, тут еще минуты целые. 30 секунд, значит, смотри. Вот, иди в звезду встань, ДК. Мне аж стыдно просто сейчас 6.3 слушать это. Паладины, а у кого протоаура стоит? Отдайте, пожалуйста. Короче, танки-то у тебя трэш, притяжки используют вот эти как раз. Хватка смерти. Паладин-то у тебя трэш. Все бьют трэш. Где распула? Субтитры
Смотри. Ну-ка, линканите дамаг в трэш. Это общий. Хз, у меня тоже скада, но я не знаю, как показать дамаг в трэш. На мейн ролим. Плащ. У портала. На, Слава, ты топчик. Ну, блять, кот пиздец. Это... У портала стойте сейчас. На офе. Никто не выходит в сторону. Защитника рольте. У портала стойте. Открыли портал, стойте у портала. Завоевателя рольте. Души. Блять, черепной вал. Ну долго вы там портал будете открывать? Не открывают. Так пробеги вперед, чтобы он открылся. Блять, нету портала. Кто там открыл? Алло. Все есть. Портуйте. И стойте у портала. Стойте все у портала, откуда вышли. Не бегите вперед никто. Ушли назад все к порталу. Этот, погибель, иди сюда, ко мне. Отскочу на минутку быстро. Иди сюда, погибель, где ты там? Я не вижу, на тебе метки нет, я не знаю. Звездочка просто... на мне. Давай, я забью. А, ты уже там, шустрый. Все, убегаем. Куда побежали все? Ушли назад все, блять, в портал. Так я бы сам привел. Ходим назад. Ставь сюда ближе к порталу, еще ближе сюда. Блять. Бейте. Бейте этих дураков. Бейте этих дураков. Резать. Идите ровно вперед через центр. Ни вправо, ни влево не сворачивайте. Идите вместе все за ДК. Резайте быстрее. Идите вперед. Право-лево никто не сворачивает. Блядь. Минелтор, хочешь забагать, что ли, ее? Вот она летит на вас, все. Я тут. Что-то знакомое.
Нытикс форум или как там? Слышь, и мы все в беседе, как вот в один момент, как начали разъебываться. Пошли на кровь. Да, это было весело. Пошли на кровь. Пошли на кровь. Я ее просил повторить, типа, на мобик, она чуть не согласилась. Давайте, 5 хилов, это самое, хилим сильно. Макгрегор, спекнись в помощь. Без контроля бьем, танчим. Все, поехали. Слишком далеко. Бейте рост. Так, сейчас, значит, стойте прямо здесь, танки. Танки возле сферки, стойте. Прям стойте здесь, я один схожу, приведу мобы, прибегут, схватите. Встали все внизу там, никто не идет к лестнице. Я сейчас кину в него огонь. Дурака какого-то. Придет рослый, бьем рослого. Все, ушли вниз, все сдохните сейчас, блядь. Рослый придет, будете рослого. Танки расхватываем. Джерин ушел. Не понял. Если кто-то захочет, рейд скажет. Треугольник убейте, он доту вешает. Также внизу все, все находите. Надо подождать. А дай без этого. Бейте квадрат. Так. Марлин, кинь на меня боб, на мишку. Бейте гомиком. Теперь идем все наверх. И еще троих гомиков убиваем. В первую очередь бейте квадрат. Слав, там вон гильду плюсует в рейд. Нет, почему меня этот лейтенант бьет?
обратно спикаемся в ДД. Нет, я в танке буду. Нет, ДК, ты пойдешь в других танчик, ты че? Не, я в танке буду. Значит, смотри, давайте знаете как. ДК, короче, ДК, ты двоих затанчишь? Блин, там танчишь. Ну, я килисет потанчу. Давай, ты килисет. А мы с паладином. Все, чек на пол. Так, Валанара забирай, потому что я не выдержу. Марлин потанчишь Талдорам. Марлин в ДД идет. Блять. Ну я тогда двоих. Сейчас кто в танке? ДК и я? Я вас в танке перед тобой стою, видишь? Ты 5.2, блин. Ну танчи Талдорама тогда. Окей, все. Марлин спекнулся. Все, пусть он танчит, ты просто стой с акрой давай. Капли там на меня можешь давать. Все, короче, поехали, что мы стоим, блин. Глупые смертные. Давай, я двоих буду танчить, а если сорвется с меня, то заберете. Непобедимые войны. Что тебе? Кулак. Кинетику бьем. Может, дело? Нет. Слава, слышали, что то есть мне сейчас можно уже не перезаходить за ИП на, ну, на лока, правильно? Да. Если на цели, секунд. Кинетик, побей. Один шар. О, ладно. Чё там, падают люди, да? Генетика ничего не делает. Так, кидаем ролл там, что нужно. Наручи все роллятся? Да, наручи все нажимают кубики. 300 ролл. 300 ролл, тоже деньги. Давайте, захили, заходили меня, хорошо. Тут. Матанг, на, сейчас умрет моб. Даже бог. Давай боб на мишку. В принципе, 7 секунд не надо, не давай. Танк, Макгрегор спекни, сейчас подожди, не агри. Макгрегор спекни. Спекнись. Агрим этих петухов, короче. И бьем, короче, рослого, который подойдет. А потом дальше метки. Метку ромбик. Давай.
Рослова и Ромку. Рослова убить. Ромик. Где? Кто? Ромбик выбил. После ромбика клад. Квадрата треугольник. Пошли дальше. Так, тут надо убить сначала две метки, которые я поставлю. Потом ауешить. Сначала убить кружок, потом квадрат, а потом все остальное ауешить. Пошли танки. Кружок бьет. Здорово, куда в гор? Он в обычке цвета. А вот далеко? На лане. Пекать из ДД. Погибель в танке остаешься. Значит, ханты, ханты, роги, даете на пул на погибель. Значит. Ханты? Да, у нас хант есть, если что. Да. Значит, смотри, чтоб ты не прокосячил тут, чтоб с тебя никто не сорвал. 3 ЛПС. Никто с меня не срывал никогда еще. Ни в гере, нигде. На ребре я видел просто. Ну ладно. Да, на ребре там. Короче, не забудь. ЛПшка, ВПшка, кровоотвод, ЛПшка, усиление рунического оружия, 3 ЛПшки, и все. И дальше ты на тебя на пуле, там будет нормально. Чек на пуле. Значит, офтанк. Так, Марлин у нас оф. Блядь, да почему вы постоянно в ДД спекаетесь, сука? Да я в танке забей, поехали. Да ты слабый танк. Да не сытый. Короче, ревностный прок не скажешь. Дудутипка, особое внимание на протопала. Хилы, друиды, чтоб 3 восстановления было на протопале. Считай, что ван баф. Дайте лапу, друиды. Ну. Soulfire, нормально там тебе стоять? Дудутипка тут? Да, готов. Дайте лапу и каску. А сейчас Метриос ловит сначала зеркало, типа, да? Никто не ловит никакое зеркало, у него грани нет. Начинай, погибель, беги. ТВПшки нажимай. Бегем. Кого она укусила? Шанана. Демон, смотри, лужа там, не умри, демон. Ну,
смотрите, друиды, хилы себя заходите хотя бы. Хант, свали с центра. Беги, малышка, беги! Я пока не могу использовать эту. Центры ушли, милики, ушли. Рейндж словили. Ой, Дейнел. У тебя 24 команды, блядь. Мне не хватит. Спасибо. Не помри там, глушь. Че я, блядь, хилит кто-то или чё, блядь? Или мне показал? Говно. Давайте ролим покруху. Надо кому-то. Два покорителя кидаем ролл. Идите на Вальку. Пошли на Вальку. Грегор в танк. Поможешь там. Окей. Кто будет хилить Вайл? Квин. Шаман будет хилить. Встречай свою вторую смерть!
там идет нормально. Его ж починили уже. Давайте милики и РДД сейчас в квадрат играем все. Сейчас внимание, квадрат переместится туда, где лед кастуется, вот синяя тварь. Переместился, перебегите милик. Идите треугольник, бейте милик. РДД, бейте ромби. Давайте врываемся. Сейчас захватите меня сильно. Роняйте меня, наверное, там. На мне баф, этот, вот этот 20 стак. Хильте в мишку сильно. Да, зубы. Это фура баф обновляет. Так, ДД спекаемся. 5 секунд. Давайте сейчас эту дуру забурстим. Прожимки отдаем. Бля, это гениально, бля. Мне как коту это очень нравится. Еще войско дайте, блядь. Бить этих дураков. Так, Пижон, настал твой триумф. Не-не-не, я не буду летать, я на рейде. Могу полетать в рейде. Можно в кашу минуту? А как у тебя ник? Погибель. Ну, ФКш. Так. Нет, там быстренько. Кто может зайти на хилов? Вары, Мак, Локи, блять. Кто-то может зайти на хилов сильных?
человека два там, Ршам, Холи. Три человека, которые могут хилить. Шаман и два друида. В чем проблема? Ребят, у вас фури? Да, фури. Но дело не в том, сколько там человек есть, дело в том, сколько у них ГС. Я могу шамана спек сделать. Спек это долго, блин. Так похилишь. Да, блин, меньше минуты. Ну тогда давай, давай портуйся, мы тебя суманем сейчас. Боль, заходи. Ставьте шкаф. Боль, заходи. Давай, Шинан, как сделаешь, скажешь. Значит, на рейде будут. Блять, пижон, дуду типка. Джест, Римул, Ршам будете в порталах. Сейчас еще кто зайдет, будет в порталах. Шинан и Боль, Шаман. Так. Че, все, Холи пал, никто не хочет зайти там. Конскюрит, это бревно есть у тебя? А у тебя что, тоже нету бревна? У меня Мишка кот. Так, Шанан. Я полетаю в ДЦ войд. Они захилят. Ну, пижон и Римул тогда. Джест, Дуду Типка, Шаман, полетите. Куда ты плюсанул? А, Шоумен? Шоумен. Шоумен. Да я... Я кинчик такой видел, Шоумен. Я перенес, блядь. Давайте сум. Давайте сумоним два шамана. Ну, блядь, думаю, захилить. У Шанана, короче, есть спек. Ну, он просто портуется и сумонится. Гусяра, да, блядь? Да. Наебует нас. Так, ну все. Хавчик, жрите, рыба, вот она стоит. Давайте, 10 секунд жрите. Конскюрит. Залей Шанану Инна. Тоже залью. Конскюрит залей. Кто там еще? Шоумен. О, нормально. Все, фулмана. Чек на... Сейчас, секундочку еще. Шамен, бедолом, принимайте быстрее. Бедолом, два шамана. Три шамана, ДЦ и Джест в порталы. Пижон и Ребул на рейде. Не уроните никого, не агрите, не умирайте. Так. Бедолом что-то писал, я просто не видел. Шанан готов, все, начинаем. Долго стоит. Дай метку. Так, метка на Дуду типку. Чужаки ворвались вовнутрь. Говори, куда им лететь, типа, с хвост или голова. В какие стороны там лететь, не надо это озвучивать, просто летишь, они за тобой полетят. Летать за звездочкой. Звездочка. Он вам в РК скажет, либо голова, либо хвост. Будете туда слетаться. Я думаю, это самое простое, ориентироваться можно. Открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Так, толстый для танка идет сейчас. Смотрим подавление. Справа, сверху. Мелких петухов бьем. Справа, сверху, снизу. Бьем. Кончу головой. Вверх. Чего? На конь правый вверх. Там же лед. Каст сбивается либо с срывом каста, либо станом. Толстый для танка идет. Смотрите подавление.
Надо сейчас стол скрыть. Справа сверху петухи, гопники. Ну, от головы полетим. Нет. Все Геру давать. Давай Геру, да. Так, стаки 28 секунд. Должны успеть. Это подавление быстро бьем, подавление мелких бьем. Вон они все. Огонь, убили череп. Смотри, сколько я нахилил его, это сейчас я кону. 32. Изи. Изи. ГЦ, Марден, блядь, ГЦ. Чё, ШМ? Получается. Сейчас будет. Предбисовую накидку, ещё 3, говорит, нихуя себе. А, блядь. ГЦ, говорит, блядь. Лол. Так, а Мишка сразу, это на РШАМа идет? Или чё? Конечно. Так, шоумен надо тебе? Короче, а Мишка. На танк роли. На, туда же, вот эту хуйню. Не спускаемся быстрее, все, никто не покажется. Вы добежите сначала, встаньте, а потом уфукашите. О, мне еще кто-то МК давал. Спасибо. А, Вен, у нас один МК. А, шоумен, забеги. Или что, ли ты перезаходишь, уже другим был. Заходи на другого. А додосивка мог бы мне вещи поиску покидать. Там вообще было бы заебись. Да, но я все равно подрос там один, одна секунда. Их вот там. Банит какой-нибудь. После хотя их можно тебе кинуть. Чё? Ладно, бейте трешак, это люпор. Поставлю группу. Каждый за себя поставлю. Ух, сейчас боешек наслатаемся. Ух. Я тоже пока отойду. Ой, да, обидно будет. Сказал, за них редко не даю.
Нет, мне кажется, не переборщили с этим трэшем. Там вообще весь трэш ЦВК убрал. И босса в ряд выстрелил. Не-не-не, туда не надо её тянуть. Говорит, ты еще в Долоранте пешки. Давайте, рейд, захиливай. Тотем убирай. Пока я не понял, мы тут ее будем бить, что ли? Че? Че происходит? Все нормально. В смысле, она уже даже тут пропадает? Да, вниз не спускайтесь. На ком вы, ребят, скажите, пожалуйста. На синдре. Не спускайтесь вниз, стойте на ступеньках. Так.